Ну вот, 5 декабря. 5 декабря, похоже, подходит к концу наш этот переход с Нукухива до Гонолулу. Последние 200 миль я ехал в течение 10 дней. Это более чем достаточно. Сегодня, в конце концов, Coast Guard, с которыми я общался на протяжении 3 дней, они сказали: хорошо, мы сейчас приедем, тебя заберем. И вот они приехали, меня забрали в час дня. Сейчас тащат в Аламаи Марину, где мне предстоит оформиться. Посмотрим, как это все получится, но, по крайней мере, пока ребята очень дружелюбны, и вчера продуктов привезли на буксире, хотя я не просил. Сегодня вот просили меня докладывать, где я, как я себя чувствую в течение каждых 8 часов, и сами проявили инициативу, не просил я их буксировать, они сами все сказали: давай мы тебя оттащим, а то сейчас снова застрянешь, потому что ветер уже все закончился, вот только мы заехали за остров. Вот только за его восточную, юго-восточную оконечность мы заехали, и ветер снова закончился. Это если бы они за мной не приехали, то мне грозило бы здесь проболтаться, ну, еще одну ночь как минимум. А завтра, смотришь, на каких-то утренних бризах, может быть, я и доехал бы. Всего осталось 10 миль. Всего осталось 10 миль. Вот с помощью американских Coast Guard, Хавайи, они называют себя Хавайи Coast Guard. Я сейчас еду в Аламаи Марину, самую большую, где там все есть. Я просчитал, что там можно и отремонтироваться, и все сделать. Но это уже второй вопрос, ремонт. Первый вопрос оформление. Вот такие вот пироги. Всего у нас получилось 5 недель. 29 октября я ушел с Нукухива Тайохаи. И сегодня 5 декабря. Так что 4, сколько? 5 недель получается. Вот такие вот пироги. Вот такие последние новости на 5 декабря. 5 декабря. Сейчас я покажу, где там внизу. Вот. Мы здесь уже подъезжаем. Осталось немного, потому что я им сказал, что у меня и карт нет никаких. Аламаи Марина где-то вот здесь вот где-то она находится. Это сейчас осталось 6 миль. Вот такие вот пироги. Вот такие вот последние новости у нас на 5 декабря 2012 года. Гавайские острова. 6 миль до Марина Алаваи, Хонолулу. Мы сделали еще один переход. И я доволен, если не считать галлюцинации, которые в последнее время, после 3-4 недель, начали ко мне прискакивать в голову, то, в принципе, относительно все хорошо получилось.